Давненько я не приезжал в Ирпень. Прямо возле парка начали строить, то это реально звоночек. Здесь все плохо. Ходить гулять, просить у людей деньги. Это открытая территория для всех. Тянет все это на бизнес-класс или не тянет? За отдел продаж ставим плюсик. Всем привет, меня зовут Сергей Нагорный, и я продолжаю искать жилье в Киеве и в пригородах. Давненько я не приезжал в Ирпень, а тут, как всегда, продолжается огромное количество строек. И сегодня я решил исследовать для себя ЖК Центральный 2. Помню этот комплекс уже достаточно давно, потому что один из первых ЖК в Ирпене, это был ЖК Карат, вот то здание. Если не смотрели мой обзорчик, то вот он здесь, по этой ссылочке. И когда я гулял по Карату, я видел строящийся ЖК Центральный 2, но тогда это еще была просто монолитная конструкция. Обещали первый дом достроить во втором квартале 2019 года. В результате достроили его с небольшим опозданием в четвертом квартале 2019 года. Правда, к этому времени уже должны были сданы быть и второй с третьим домом, точнее это один дом двухсекционный, но работы над ним еще ведутся и обещают, по-моему, где-то в третьем квартале 2020 его сдать. В общем, я иду вдоль центрального Ирпенского парка. Сейчас я зайду в него, и мы посмотрим со стороны парка на дома, потому что они строятся, ну, практически впритык. Помню, в прошлый раз с удовольствием прогулялся по этому парку. Довольно большой, чистый, ухоженный, красивый. И даже сейчас, в будний день, здесь очень много людей. Практически нет ни одной свободной локации. Доехал я сюда от станции метро Академгородок за 17 гривен и где-то за 17 минут. Есть остановка прямо напротив комплекса. Так что в этом плане место расположения довольно удобное, учитывая то, что находится он на окраине Ирпеня, на той окраине, которая ближе к Киеву. Ну, а мы все понимаем, что большинство жителей Ирпеня все-таки каким-то образом завязаны на Киев. Вот видите, парк поливается автополивом, есть люди, которые просто сидят на лужайках, всякие памятники. В общем, тут действительно очень приятно. И именно поэтому старожилы Ирпеня, наверное, не в диком восторге от того, что прямо возле парка начали строить вот такое огромное количество домов, разные ЖК. Причем построены они не просто на какой-то свободной поляне, то есть вырубывались деревья. И вот так вот, таким образом, парк уменьшался. Здесь рядом, если я правильно помню, комплекс Чехов парк. Может быть, до него еще тоже как-нибудь дойду. Но сегодня я сконцентрирован сугубо на ЖК Центральный 2. Строит его компания. Вообще, на Луне написано, что так и называется Центральный. Хотя в других источниках написано, что IC Group называется компания. Я могу это расшифровать, наверное, как Ирпень Централ. Может быть, именно так это расшифровывается. И у этой компании уже три комплекса. Все они в Ирпене и все они с названием Центральный. И если первый Центральный был построен именно в центре Ирпеня, с этим связано, наверное, и название комплекса, то второй Центральный находится на окраине, и это было очень странно, но теперь я понимаю, что рядом с Центральным парком, так что тоже make sense, как говорится. Строятся дома на окраине Центрального парка, рядом с зоной барбекю. Кстати говоря, здесь очень классные мангалы, сейчас я вам покажу. Вот, тут в парке есть огромная такая барбекю-зона с достаточно большим количеством столов на большом расстоянии друг от друга, и возле этих столов расположены вот такие мангалы в виде оленей. Очень классно, согласитесь. То есть даже когда они не используются по прямому назначению, могут служить как скульптурная композиция. Ну а вот и дома Центрального 2. Всего здесь планируют построить 8 домов. Но это смотря как считать. Если считать как отдельное строение, то домов будет всего 6. Просто 2 из этих домов двухсекционные, и они, видимо, считают каждую секцию отдельным домом. Первый дом построен прямо возле дороги, ведущей к Киеву. И она, как вы можете понимать, достаточно оживленная, поэтому шум от трассы будет присутствовать. Второй дом уже прячется за этим домом. Ну и дальше будут дома тоже. Один ближе к дороге и еще три вот таких свечки, которые находятся и вдали от дороги, и с видами на парк. Наверное, это самое выгодное расположение. По парку также проложены велодорожки, совмещенные с пешеходной, что, конечно, не очень удобно, но то таки. Дома здесь строятся по монолитно-каркасной технологии. Все дома будут 16-этажные. Заполняются стены газоблоком, утепляются минеральной ватой, ну и мокрой
фасад. На верхних этажах предусмотрены террасы, а на нижних этажах коммерческие помещения. И, собственно, класс этого комплекса застройщик позиционирует как бизнес. Читал также, что у них будет свой выход в парк, ну, то есть в этом заборчике сделают какую-то калитку, но, наверное, территория будет закрыта от остальных, хотя не точно, уточню в отделе продаж. Ну и чуть-чуть дальше, вот рядом с самым крайним домом, расположена вот такая большая детская площадка. Тут какие-то детские городки, качели, все это не выглядит суперсовременно, то есть мы видим, что площадка эконом-класса, но опять-таки, это претензии не к застройщику, а к городу Ирпень, который делает этот парк. Вот все вроде бы как неплохо, но площадку можно было бы сделать и поинтересней. Смотрите, какой автополив сосны. Ну и также есть здесь спортивные тренажеры, тоже самые такие простые. И дома других комплексов практически без всяких просветов очень-очень плотно застроено. В принципе, я всегда поддерживаю плотное строительство, то есть города должны быть построены плотно, чтобы минимум каких-то пустырей между домами, чтобы везде можно было доходить пешком или на велосипеде. Но в данном случае это не то плотное строительство, которое хотелось бы видеть, потому как плотность должна создаваться малоэтажными домами, а уж никак не 16-этажными, и уж тем более не 20 какие-нибудь. Вот только что еще проезжал там комплекс New York Towers. Если помните, я был в нем, вот последний комплекс в Ирпене, который я смотрел, ссылочка на этот обзор вот здесь, так там тоже такой участок, застроенный высотными домами, ни одного просвета между ними, нереальная плотность. А еще, судя по рендерам, вроде бы как вот эти все три дома будут объединены одним стилобатом. Ну, я вижу между ними монолитную конструкцию, так что я подозреваю, там количество коммерции будет достаточно большое, и держать ее на закрытой территории нет смысла. Я бы прогнозировал, что вход на территорию должен быть открыт со стороны парка. В целом здесь достаточно спокойно, приятная атмосфера, неплохой воздух и практически тихо, вот не считая шума трассы, но он не такой уж оглушающий, как видите. Я всегда это чувствую, когда мне приходится в видео орать просто для того, чтобы меня слушали, то это реально звоночек, здесь все плохо. Но сейчас я не ору, а спокойно себе разговариваю. Ну и вот один, два, три. Еще один дом находится на такой стадии. И еще один дом будет расположен вот в этом месте. Там сейчас гора песка. Ну а здесь можно видеть первый дом, который уже сдан в эксплуатацию. И, судя по всему, там уже живут люди. И второй дом, который заканчивают. Заканчивается отделка фасада. И уже, в принципе, скоро, я думаю, его тоже будут сдавать. Постараюсь зайти к этим домам с той стороны. Посмотрим, как раз можно ли попасть на территорию комплекса, и рассмотрим дома поближе. Ну, отдел продаж находится вот здесь, в углу. Правда, выйти к нему из парка невозможно. Забор. Они здесь в парке даже свой указатель поставили. ЖК Центральный, видел продажу и наикращие квартиры. Вот так вот нескромно. А с другой стороны парка, вот в тех домах, там на нижних этажах тоже инфраструктура, коммерческие помещения. В общем, там самые разные есть магазины. И туристическое агентство, и медицинский центр, и детские товары, и мясо, очки, уют, тут же АТБ, короче, все что угодно. Правда, не знаю, как у них здесь с банкоматами. Помните, когда я ездил в Карат, так оказалось, что у меня закончилась наличка внезапно, и у меня не было возможности сесть на маршрутку и расплатиться карточкой, и мне приходилось тут ходить, гулять, просить у людей деньги, потому что в ближайшей округе не было банкоматов. Я спрашивал у местных, они говорят, не, ну это в центр надо ехать. Интересно, с тех пор у них уже банкоматы здесь появились. А вот на выходе из парка заметил такой симпатичный домик. Ну да, его немного заколхозили всякими кондиционерами, белыми пластиковыми балконами, но в целом, если его представить себе в первозданном виде, красная черепица, то есть вот если бы такими домиками был застроен Ирпень, представляете, какая была бы здесь сказочная атмосфера европейского городка. Но здесь такой разнобой и какие-то, ну, абсолютно такие, знаете, эконом-класса казармы, и просто какие-то кирпичные дома, и такие, и сякие. В общем, если смотреть в целом на город, то выглядит просто как базар какой-то. Ну, а вот и первый сданный дом ЖК Центральный 2. К сожалению, идти сюда нужно вдоль обочины, потому что тротуара здесь пока что нет. Первое, что мы можем отметить, корзин для кондиционеров здесь не предусмотрено, и фасад достаточно хорошо уже заколхожен этими кондиционерами, висящие то там, то тут, и трубы
трубочки тоже красиво висят и капают на вот это коммерческое помещение. Прямо возле этой коммерции такая небольшая парковка елочкой с двух сторон. Здесь уже Sapori Veri. Не знаю, что это такое. Какое-то итальянское заведение планируют открыть. Ну и здесь двор ЖК Центральный заканчивается вот такими маленькими туйками. И дальше такая необлагороженная территория. Ну, ясно, что комплекс еще полностью не закончен. Это лишь первый дом, но придется им жить пока в таких условиях. Лоджии здесь все застеклены от застройщика такими черными рамами. И окна, и лоджии. Но дизайн, сами судите, я не любитель. Для меня этот такой, я не знаю, как этот вообще стиль называется архитектуры, но он для меня довольно примитивно как-то выглядит и не по-современному. Судя по всему, с внешней стороны дома это открытая территория для всех и доступ к коммерции, а вот он закрытый дом для жильцов. Большая желтая труба ведет на крышу, которая говорит нам о том, что на крыше расположена газовая котельная. Дома отапливаются водой, подогретой этой котельной, ну и благоустройство двора. Там, в принципе, все так аккуратненько, чистенько. Много растительности, кусты, деревья. Правда, одна туя уже какого-то оранжевого цвета. Здесь также присутствуют подземные парковки. Ну и должен вам сказать, этот заезд занимает, так знаете, ну, добрую часть двора. Где-то, наверное, четверть двора, так точно. И небольшое количество лавочек здесь под стенкой подпорной. Ну а следующий дом будет на небольшом возвышении. Тут уже есть к нему лестница и пандус, но пока что забор. Следующий дом, ну, практически так же выглядит. Те же самые застекленные лоджии, оконные рамы. Единственное, что нет еще кондиционеров висящих. Очень интересно было бы побывать на верхних этажах на террасах. Там, судя по рендерам, такие огромные эти террасы. Виды, наверное, тоже хорошие. Входная группа, если смотреть отсюда, такая помпезная, с козырьком над входом, вход с уровня земли, ну и какая-то такая типа мраморная отделка. В целом, несмотря на то, что дом сдали еще в прошлом году, ключи начали выдавать только весной, поэтому я думаю, что здесь только-только начались ремонты. Ну, есть самые оперативные всегда жильцы, которые очень быстро все делают и заселяются. Видимо, потому что у них нет жилья, и для них это потеря денег. Я видел окна, в которых уже висят шторки, и там люди живут, но я думаю, что большинство дома еще ведет ремонтные работы, о чем говорят вот эти строительные машины, подвозящие сюда материалы. Тянет все это на бизнес-класс или не тянет? Нет, судите сами. Ну, как минимум, колхоз с кондиционерами. Даже если они их изначально не планировали, когда проектировали дом, но это же несложно подправить. Понимая сегодняшние тенденции, что даже в комфорт-классе делают эти корзины, которые, ну, значительно добавляют плюсов визуально комплексу. Что с первым домом будет буквально через год, можно себе представить. Интересно, а что мешает при входе в коммерцию не делать вот эту ступеньку для спотыканий? Неужели нельзя было здесь сделать такой плавненький подход, если уж нет возможности сделать вровень с землей? Короче, не по-бизнесовому это как-то. Отлично, прошел дождик, разогнал всех отдыхающих в парке, все лавочки свободны. Я как раз успел сходить в отдел продаж, пообщались, даже сходили в первый дом, посмотрели. И на дорожку сделали мне кофеек, видите, ЖК Центральный. Так что походом в отдел продаж я доволен. Спасибо менеджеру Татьяне, которая все подробно рассказала, показала. За отдел продаж ставим плюсик. Теперь пройдемся по всему комплексу. На данный момент есть еще некоторые непроданные квартиры в первом доме, сданном, подключенном. Стоимость одного метра в этом доме $830. Второй дом они сдают в конце лета. И там один метр стоит сейчас $800. Не намного дешевле, чем первый. Ну и продаю также вот эти два дома на большей степени готовности возле парка. Дом 3, дом 4. Там стоимость квадратного метра сейчас зависит от стороны света в том числе. Например, вот этот дом в разрезе. В сторону двора $680 за метр. В сторону парка $710. Ну а однушки стоят от 700 до 730 за метр. Тоже в зависимости от видовых качеств. В доме установлено по два лифта. Лифты фирмы Otis. Также на этаже находятся кладовки. Причем стоимость одного метра кладовки $1030. Больше, чем метр
квартиры. Мне кажется, что в таких раскладах выгоднее просто покупать квартиру побольше и отгораживать себе там кладовку. Также есть квартиры на втором этаже, или это третий считается, над коммерческими помещениями с выходами на террасу. То есть вот эта крыша коммерции будет вам террасой. Террасы продаются по коэффициенту 0,3, так что довольно подъемные деньги, а террасы огромные. Реально, конечно, квартира с террасой — это моя мечта. Здесь же есть террасы еще на верхних этажах, 15-16. Кстати, в этих домах их почему-то нет. Ну и благоустройство территории, судя по этому рендеру, тут уже не так сделали. То есть вместо какой-то тут детской площадки заезд в подземный паркинг на самом деле. Тут нарисовано какое-то баскетбольное поле, посмотрим, будет ли оно. Но в принципе даже по плану видно, что благоустройство территории здесь на минималках. Ее очень немного, как для вот такого количества домов. Но вы можете сказать, что для данного комплекса придомовой территории может служить центральный парк. И в принципе это так оно и есть. Здесь со стороны парка, как я и сказал, доступ к коммерции будет свободный, но вот в этих местах будут уже заборы и территория дворов будет закрыта от посторонних. Также висят камеры наблюдения, в каждом подъезде свой консьерж. Ну, в общем, типа бизнес-класс. Лифты, кстати, из секции спускаются прямо в подземный паркинг. Парковка тоже стоит вот эту магическую цифру, $1030 за метр квадратный. Одно паркоместо приблизительно 14 метров, так что где-то около 15-14,5 тысяч долларов будет одно паркоместо. Существует также рассрочка. Тут все довольно просто. Если первый взнос минимальный, 30%, то при рассрочке на 12 месяцев 1 метр удорожается на $60, при рассрочке на 18 месяцев на $90 и остаток на 24 месяца плюс $120 каждому метру. Соответственно, по этой системе выплачивать раньше времени нет никакого смысла, ну, кроме смысла выплатить рассрочку как можно скорее, чисто для спокойствия своей души. А выгоды от этого никакой не будет. Ради интереса я сходил в первый дом сданный, посмотреть, какая там отделка мопов, как вообще выглядит дом, соответствует ли статусу. Тут мне дали тоже вот такую распечаточку. Эстетика. Наш дом — это не только квартира, ограниченная стенами и дверью. Паркинг, двор, парадная, лифт тоже принадлежат вам, и комфорт должен начинаться уже на этом уровне. Это правило хорошего тона. Два здания соединены между собой торговой галереей, создают единый архитектурный ансамбль. ЖК «Центральный» — это современный технологичный дизайн в сочетании с функциональностью. Снаружи стильная архитектура дома, ухоженная зеленая территория и фонтан. Внутри дизайнерская отделка холлов. Фонтана, правда, конечно, нет сейчас, ну и кондиционеры. Я, кстати, спросил, почему они не делают корзины для кондиционеров. Говорят, что на самом деле, если посмотреть на дома с этими корзинами, то выглядит это не так уж и красиво. Но они говорят, что у них будут еще типа панели, которые будут скрывать кондиционеры, которые уже повесили. Посмотрим, как это будет выглядеть. Но пока что я все-таки стою на своем. Уж лучше были бы корзины для всех, чем вот эти вот в разнобой. При этом, что сказали, вешают их только в определенных местах. Но я видел своими глазами, что висят у кого-то они в одном месте, у кого-то в другом. То есть нету какого-то такого четкого размещения. По поводу отделки мест общего пользования, ну да, там как бы такую плиточку положили, люстры повесили, блестящие ящики почтовые, столик, диван. Ну то есть частично, да, это тянет на бизнес-класс, но частично все очень просто. Например, когда вы приезжаете на этаж, там уже какие-то обычные серой краской покрашенные лифты, обычные щитки для счетчиков, такие, знаете, покрашенные обычной бежевой краской и трафаретиком нарисованы цифры квартир. Двери, правда, устанавливаются такие уже с дизайном определенным, говорят, что неплохие, качественные. Комплектация квартиры. Входные двери металлические с МДФ накладками. Пол — чистовая лазерная стяжка. Стены — чистовая гипсовая штукатурка. И это действительно так. Я увидел, что квартира поштукатурена, а межкомнатные стены сделаны из гипсоблоков, то есть ровненькие. В принципе, на штукатурку тратиться не придется. Межквартирные перегородки — газоблок. Окна металлопластиковые с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом. Окна фирмы Века. Кстати, очень редко я такие встречаю. Аж даже не помню, встречал ли я их вообще в других комплексах. Обычно все-таки мы видим рехау, если уж речь идет о комплексах бизнес-класса. Отопление — крышная котельня с полной разводкой, стальные радиаторы и теплый пол в кухне. Это, кстати, неплохо, но мы знаем, что даже Мартынов строит в своих комплексах комфорт-класса тоже кухни с теплым полом. Ну и здесь тоже предусмотрели специальные выводы в санузлы от этого теплого пола. Подозреваю, что там его тоже захотят жильцы сделать, и это можно будет сделать легко и просто. Счетчики: электрика, тепловой счетчик, холодная
минеральная вода, интернет, ввод оптоволоконного кабеля в квартиру, ТВ и видеодомофон, охраняемая территория, персональный доступ к видеонаблюдению, зарядные станции для электромобилей. Проектом комплекса предусмотрено, что все квартиры с хорошим видом. Ну, не знаю. Я заходил в одну из оставшихся двухкомнатных квартир этого дома, не могу сказать, что виды там хорошие. Они открываются на второй дом. То есть, грубо говоря, из окон квартиры ты видишь стену соседнего дома. Ну, такие себе виды. В принципе, внутри квартиры они акцентируют на этом внимание, что она уже максимально подготовлена к чистовому ремонту. И как-то так это и выглядит. Действительно, все неплохо. Не видно, что вот все косо-криво, там еще куча работы. То есть, максимально подготовлена уже под чистовую отделку квартира. Высота потолков 2,75. Опять же, для бизнес-класса маловато. Ну, электрику, естественно, нужно будет разводить самостоятельно, штробить стены и вот это вот все. Что мне понравилось, в коридорах общего пользования, там у них на стенах покрытие, забыл, как это называется, жидкие обои. Да, сказали жидкие обои, я такого никогда не видел ни в квартирах, ни уж тем более в коридорах. Это было интересно. Знаете, на вид что-то вроде такой минеральной ваты, я еще даже уточнил, тут уже готов коридор или это еще будет чем-то покрываться. В общем, интересный такой материал, но тем не менее не сказали, что он пришелся по вкусу не всем и в следующих домах будет уже обычная штукатурка. Ну а теперь переходим к моему инстаграму. Подписывайтесь, если еще не подписались, и к вашим комментариям. Первый ЖК Центральный выглядит неплохо по сравнению с тем, что строится в Ирпене. Живут знакомые там и довольны, но придомовой территории почти нет, и та заставлена машинами. Тут, в принципе, я так подозреваю, история будет приблизительно такая же. Кстати, за придомовую территорию здесь платят, по-моему, я вот не запомнил точно, около 9 гривен за метр квадратный, и там включена уже и охрана, и консьержи. Документы, которые предоставляет застройщик, и их надежность. По документам, насколько я так поверхностно узнавал, все имеется. Ну и как минимум может успокаивать то, что первый дом действительно сдан в эксплуатацию. Есть ли все коммуникации? Да, все коммуникации есть, подключены, и люди уже живут в этом доме. Газ, электричество, вода, канализация. Перші поверхи комерція. Так, перші поверхи комерція. Что там с документами на землю? Это земля кардиосанатория, и у всех застройщиков, которые там захватили куски, были проблемы с документами. Смотрите, я специально открыл кадастровую карту и смотрю место, где строится этот комплекс. Написано для іншої житлової забудови, для іншої житлової забудови. Сусідній участок теж для іншої житлової забудови. І навіть частина парку, от та, по якій я гуляв, це теж для іншої житлової забудови. Як вам такий номер? Так що не удивляйтесь, якщо вдруг парк почнуть застраювати іншою житловою забудовою. Правда, звичайно, там, де строять многоквартирні дома, написано для будівництва багатоквартирних будинків. Що таке інша житлова забудова, я честно говоря, не знаю. Но, как минимум, ничего про медцентр здесь не написано. Чи хотів би жити не в цьому ЖК, а в Ірпені взагалом? Чим там люди займаються? Ну, чим люди займаються? Ось ця дівчина у відділі продажу, вона працює в відділі продажу. Я думаю, що дуже багато людей, які живуть в Ірпені, працюють в сфері нерухомості, поки тут стільки багато всього будується. Ну, а так, взагалом, їздять в Київ, як завжди. Власне, я, мабуть, не хотів би, чому я собі обрав все-таки варіант в іншому напрямку. Мені все-таки хочеться жити не в ще одному київському районі, який знаходиться просто далі від Києва, а щоб там були плюси передмістя, і тут таких плюсів все менше і менше. Але взагалі місто Ірпінь ніби непогане. Був нещодавно в парку біля цього ЖК, враження були такі собі, якийсь цей парк малесенький, хоча доглянутий. А може він якраз тому і доглянутий, що малесенький. Не считая парка Незнайка, то это самый большой в Ірпіні, там довольно много локаций для пикника, детские площадки, ухоженные газоны, велодорожки. Для жителей рядом строящихся ЖК это единственное притяжение к отдыху. Где-то год назад был митинг, один из ЖК хотел откусить часть парка под застройку. Жители отстояли парк. Тут снова-таки согласен, парк очень-очень неплохой, и это действительно плюс для данного комплекса. Ирпень очень современный и ухоженный город. Возле Киева свежий хвойный воздух, хорошая инфраструктура, множество парков и скверов. Купил бы там себе квартиру, работая при этом в Киеве.
Москве. Смотря в каком ЖК. Вот конкретно в таких ЖК не хочется покупать, в 16-этажных. Вот если бы здесь был действительно построен такой большой, классный, современный комплекс, малоэтажный. Ну, короче, что я повторяюсь, вы и так знаете мои предпочтения. Вот если бы тут был действительно построен классный такой городочек, можно было бы думать. Но пока что все эти комплексы в Ирпене, которые я смотрю, особого восторга у меня не вызывают. Доехать до Киева можно электричкой до станции Святошино, там метро, до работы маршрутки, а в основном все пользуются попутками, чтобы было быстрее. Ну, конкретно здесь на электричку сесть негде, это нужно еще подъезжать к электричке. Если бы в пешей доступности, то да, я бы протестил. Слышал, цена там недорогая, как для такого дизайна. Слушайте, я не согласен, как по мне, цена очень дорогая, как для такого комплекса. Он мне напоминает чем-то, знаете, стратегию Кадор Групп, которые тоже строят дома такие из газоблока, все такое вот, ну, довольно просто. Но в это время очень много вкладывают пафоса именно в отделку помещений, и выглядит это так дорого-богато, хотя начинка такая очень средненькая. Поэтому, честно говоря, мне кажется, эта цена здесь не соответствует действительности. Зачем в этом колхозе покупать квартиру? В Ирпене кроме природы нет ничего. Садики по 45 детей в группе, платные садики 7000 гривен, постоянные пробки в Киев. Ну и тут ответ. Сергей себе квартиру также покупал из-за благоприятной среды, и есть ценители этого. Не стоит критиковать их. Проблема с садиками, школами и пробками есть даже вне колхозном Киеве. Как всегда, до Ирпеня удобнее всего добираться от станции метро Академгородок. В данном случае вот по вот этой дороге мы можем доехать до окраины Ирпеня, где и строится ЖК Центральный 2. Чуть-чуть не доезжая до него, мы видим вот такой микрорайон, в котором находится ЖК Нью-Йорк Тауэр. И как видите, это довольно проблемные комплексы. Пока что стоят без коммуникации. Далее посреди леса находится кладбище Ирпень, и от кладбища комплекс отделяет небольшой кусок леса. Я спросил в отделе продаж, не планируется ли вот этот кусочек застраивать, но сказали, там же кладбище, и, конечно, никто не будет строить рядом, но я, честно говоря, не помню, чтобы такие мелочи останавливали застройщиков. Ну да ладно, в любом случае из этих домов кладбище вроде как не видно. Как я и сказал, домов будет 6, на данный момент построены вот эти 2, строят вот эти 3 свечки, и в последнюю очередь будет еще двухсекционный дом возле дороги. Остановка маршрутки находится вот здесь, так что по сути перейти дорогу, и вы уже дома. Ну и рядом центральный Ирпенский парк, который со всех сторон окружают новые комплексы, в том числе ЖК Чехов Парк Квартал. С другой стороны дороги ЖК Карат, в котором я тоже побывал, ну и тут тоже достаточно много новостроек. Внизу находятся небольшие магазинчики, в том числе здесь небольшой торговый центр с супермаркетом. Ближайший детский сад я вижу вот здесь, посреди новостроек. Возможно, это частный детский сад, не уверен. Также чуть-чуть дальше мы видим кардиологический центр, детский сад «Веночек», и вот здесь школа номер 17, возле парка Победы и парка Незнайка. По-моему, это ближайшая школа к данному комплексу. Центр Ирпеня находится вот здесь, чтобы понимать расположение, и где-то возле него станция электрички. Как видите, до нее идти далековато. Ну а в целом пока еще довольно зеленое и приятное место на окраине Ирпеня. Когда решат вопрос с перебоем электроэнергии и будет ли падать тариф за придомовую территорию? У них он около 12. Мне сказали, что не 12, а около 9. Ну и про перебои электроэнергии я тоже ничего не слышал. Видите, вот есть такая информация. Если бы вы испытывали на себе дорогу утром в центр Киева, а вечером обратно, было бы очень интересно глянуть. Не только по карте, а реально проехаться. Показать, как загружен транспорт, дороги. Если там 30 минут ехать, но в забитой маршрутке, которая ходит раз в час, это беда. Лучше уже час на пустом поезде, такие вот сравнения разных ЖК. Да, я, наверное, много хочу, но думаю, это много кого интересует. Не любите вы меня? Хотите, чтобы я вот так вот мучился? Спасибо. Но я лучше буду смотреть информацию в гугле. Как долго добираться от ЖК Центральный 2 до центра Киева? Например, сегодня утром в час пик, 8 утра, на автомобиле пришлось бы ехать минимум 45 минут, ну и что более реально, это полтора часа. Как видите, выехать из Ирпеня практически можно без проблем, но уже на подъезде к Киеву начинается пробка, ну и дальше по самому Киеву тоже больше стоим, чем едем. Если воспользоваться общественным транспортом, то вот так вот маршруточка может подвести к Академгородку и дальше на метро. И есть подозрение, что так будет быстрее, как минимум на полчаса. 57 минут
в пути. Планирует ли этот застройщик строить дома в Киеве? Не знаю. Сколько заплатил застройщик, чтобы установить на выезде в Ирпень огромную LED-вывеску ЖК «Центральный»? Выглядит как название города. Кстати, да, на рекламу они не скупятся. Очень много всего, вот такие большие, огромные билборды, подсветки, указатели. Короче говоря, рекламируют комплексы не свой добротно. Лучше бы они эти деньги в благоустройство вкидывали, мне так кажется. На этом вопросы закончились. Итак, давайте подытожим. В принципе, Ирпень приятный городок, наверное, смотря в каких местах. Но конкретно эта локация, парк, здесь приятно. Хотя, с другой стороны, если пройтись и посмотреть на вот эту всю вывески, рекламы, коммерческие помещения, дома вот эти все в разнобой, там колхоз, то уже как-то по-другому все это воспринимается. Лучше на ту сторону не ходить. Что касается самих домов, ну на бизнес, не знаю, ну не тянет. Даже для пригорода, мне кажется, это такой хороший комфорт-класс, потому что, ну, мелочи в деталях, и вот много таких деталек, которые, ну, вообще. Кстати, я сказал, что вход в подъезд с уровня земли, нет, это не так. Там тоже есть ступенечка, там есть пандус, и вот такие вот мелочи не выдают то, что, ну, это не премиальный какой-то, не элитный комплекс, обычный комфорт. Лифты Otis, это в тот момент, когда все другие застройщики бизнес-класса стараются ставить какие-нибудь шиндлеры или иконы. Газоблок, опять-таки, хотя сказали, что у них вот какой-то там белорусский газоблок 300 миллиметров, очень качественный, и минеральная вата в два слоя, но все равно как-то это все неубедительно выглядит. Ну и цена, мне кажется, тоже как-то, ну, завышена, не знаю. Реально за такие деньги в 16 этажках на окраине Ирпеня, ну, мне кажется, многовато. Дизайн домов тоже у меня вообще никак не привлекает, то есть архитектура такая очень-очень средненькая, и через несколько лет, когда дома постоят, они будут выглядеть вообще уныленько, мне кажется. Но в хорошем состоянии сдают квартиры, в принципе, в таком подготовленном уже под ремонт. Входная группа, да, постарались сделать дорого-богато, но это на любителя. Лично мне такой стиль не нравится. Вот эти люстры там висящие, там консьержи, обычная тетенька-консьерж, знаете, это не какая-то там зубастая охрана. Но, опять же, если покупать квартиру с видами на парк, в сторону парка, то виды там будут отличные, и воздух здесь хороший, ну и добираться до Киева, в принципе, если не в час пик, то тоже довольно быстро и удобно. Пишите свои впечатления от этого комплекса. Я также вам напоминаю о своих обзорах про ЖК Карат и про ЖК New York Towers. Ссылочки будут в конце видео. Можете посмотреть на соседей, сравнить. Пишите, в какие комплексы еще отправятся. Ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся в новых видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!